Мы кошмарные буквы алфавит Лора. Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. А иначе мы найдем тебя и съедим. Время пошло. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышел новый мультик про нового монстра по Playtime Бокси Бу. Так что если вы еще не видели, прямо сейчас же посмотрите, ссылка в описании. Ну и да, ребятки, всем огромнейший привет! Ну а с вами снова я, Слайк Маст, и, конечно, Дарк. И у нас сегодня, ребятки, будет новенький эксперимент с буквами алфавит Лора. Но именно с маленькими буквами алфавит Лора и с кошмарными буквами алфавит Лора. И сегодня маленькие кошмарные буквы алфавит Лора будут прыгать в длину и соревноваться, кто же из них дальше всех прыгает, в игре под названием Гаррис Мод. Всем хаюшки, ребята! Да, ребятки, сегодня будет эксперимент прыжки в длину. И сегодня мы, ребятки, узнаем, какая же маленькая или кошмарная буква алфавит Лора прыгает дальше всех. Ну и, кстати, друзья, новые кошмарные буквы совсем уже на подходе. Так что, ребят, ставьте лайки, и буквально уже на днях выйдет новенький ролик про новые кошмарные буквы. Даже, возможно, мы, ребят, продолжим ту самую историю, как, получается, кошмарная F стала кошмарной, да, и начала захватывать другие буквы и превращать их в кошмарные. Мы же, ребятки, данный эксперимент много раз проводили, так что, в принципе, рассказывать про него, мне кажется, уже не нужно особо. У нас есть, друзья, городская большая карта, трамплин, вот такая платформа для разгона. Буквы разгоняются, прыгают, и куда они приземляются, там их, ребятки, фиксируем. И прыгаем за другие остальные буквы. И в итоге потом смотрим, какие же буквы прыгнули дальше всех. В общем, да, ребятки, вот такой сегодня будет обалденный эксперимент. Не забудьте, конечно же, подписаться на канал и поставить лайк. Давайте мы, ребятки, наберем на этой серии 10 тысяч лайков. И тогда, ребятки, сразу же выйдет новенькая серия про кошмарные буквы алфавит Лора, которые, ребятки, вот-вот у нас новые появятся. Ну и, в принципе, все, ребята, мы начинаем наш сегодняшний эксперимент. Ну и первая, ребятки, кошмарная буква A. Давайте сегодня мы, ребят, не будем прыгать сначала за кошмарные, потом за маленькие или наоборот. Давайте мы, ребят, будем прыгать за кошмарные буквы, за маленькие, за кошмарные, за маленькие, ну и так далее, так далее, так далее. Пока в итоге не пропрыгаем за всех. И вот, ребятки, сначала буквы A давайте будут, естественно. Мы, ребят, идем по алфавиту, все-таки до буквы. Буква алфавит Лора. И первая, ребят, кошмарная буква. Кошмарная буква A. Так, прыжок. Летит неплохо. Давай-давай, рикошет, рикошет. Опа, нифига себе. Дарк, ого. Я прямо дома очень круто отрикошетил. Давай ты теперь попробуй. Хорошо. Давай. Вот, прыжок. Ух ты, ты, кажется, даже чуточку дальше прыгнул, да? Ого. Нифига себе, ты, конечно, оттолкнулся. Но из-за того, что рикошета не было, ты в итоге меня перелетел. Эх, не повезло мне. В итоге, да, ребят, мы удаляем букву Дарка и оставляем только мою кошмарную A. Потому что мы, ребят, оставляем только самую лучшую попытку. Ну и как бы, да, ребят, хоть Дарк и дальше прыгнул, но из-за того, что я отрикошетил, в итоге моя буква дальше пролетела. А, ребят, да, в этой рубрике мы, так скажем, смотрим не чистые прыжки, да? А в принципе, какие в итоге получаются, даже вплоть с рикошетами там, всякими отлетами, перелетами и так далее. Хорошо, ребятки, продолжаем. Теперь давайте будет маленькая буква A. Прыжок. Я вроде, ребят, хорошо оттолкнулся. О, смотрите, давай-давай-давай. Опа. И я даже кошмарно, ребят, перелетел. Серьезно? Да, рикошетом снова, ты понимаешь? Повезло-повезло. Давай ты теперь, Дарк, попробуй. Так, вылет. Вылет, хорошенько вылетел. Давай-давай-давай. Эх, не повезло. Ты так-то меня дальше, получается, снова прыгнул, но... Не отрикошетил. Не, я не дальше прыгнул. Я, по-моему, даже не выпрыгнул нормально. Можешь мне еще одну попытку? Ну давай. Ну, вообще ты меня дальше прыгнул. Я вот сюда вот, смотри, приземлился и отрикошетил. А, да, я не знал, что отрикошетил. Я имею в виду, ты намного дальше приземлился, чем я. Просто тебе не повезло. О! Моя буква ладно. Помешала? А, нет. Ладно, ладно. Но это уже с получше. С моего просто вот, ракурса. Специально. Знаешь, как это выглядело? Будто ты отрикошетил и прямо в мою букву врезался. Но нет. Показалось. Ладно, друзья, теперь давайте буква B. Кошмарная B. Да, кстати, ребятки, следующие кошмарные буквы у нас, сейчас скажу, с буквы G аж по букву L. Это получается 6 букв, ребят, будет, да, 6 букв кошмарных. Ну что, друзьяшки, побежали дальше. Так, бишка теперь. Я, кстати, выпрыгнул реально хорошо. Давай-давай-давай-давай, рикошет, рикошет. Нет,
Еще и стол, блин, врезался, ну ё-моё! Ну чё, давай ты теперь? Вот-вот-вот-вот-вот, прыжочек. Отлично. О, вот это я полетел. О, кстати, да, вижу. Это очень хорошо у тебя получилось. По-моему, ребятки, реально, Дарк очень хорошо прям выпрыгнул. Так, хорошо. Ну, кстати, да, ребят, даже появилась новенькая рубрика на канале. Это, получается, у нас прыжки в длину, а то прыжки в высоту. И как раз, ребят, сегодня вышла первая серия. Там у нас радужные друзья прыгали, кстати, если вы не видели, то посмотрите. Там мы проверяли, какой радужный друг выше всех прыгнет. У нас сегодня, ребят, прыжки в длину и прыжки в высоту, получается, в один день, да? Сразу два ролика. Если вы наберете много-много лайков на той серии, да, прыжки в высоту. Кстати, ребят, если не видели, то посмотрите. То мы, друзья, конечно же, устроим еще один эксперимент, только уже с буквами алфавит лора. Получается, у нас, ребят, уже буквы алфавит лора прыгали в длину, а теперь еще будут прыгать в высоту. Кстати, что-то как-то... Ой, бишка вообще, ребят, не-не-не-не, маленькая би еле-еле до контейнеров долетела. Давай ты теперь посмотрим, на что би способна. Что? Я во что-то врезался? Ну, я, кстати, возле тебя не пролетал. Подожди, остановись. А, я ну ладно. Сам. Я уже взрослый, не надо мне помогать, я все сам Еще делаю. Бы немножко, ты бы прям в воду бы упал, ну ладно. Давай. Это да. Так, ребята, вот хороший прям разгон Дарк взял. Летит. Хороший, какой хороший, где я оказался вообще? Ну, кстати, ты немножечко меня перелетел, да. Да? Ну, смотри, я справа от тебя, посмотри. Прям вот. А, я тебя даже не заметил толком. Да, немножко. Короче, давай мы, знаешь, букву B вот сюда вот поставим, чтобы ее было видно. Немножечко ее, ребят, вперед переместим. Ну и пока что что-то так себе, ребят, заби. Реально так себе получилось. Надеюсь, буква С, ребят, это все исправит. Ну что теперь, давайте, ребят, буква С будет. Покатились. Разгончик, ребят, берем. Прыжок. Я вроде выпрыгнул хорошенько. О, давай, рикошет. А, нет, блин. Врезался прям, ребят, в это ограждение. Немножко не повезло. Ну ладно, в принципе, думаю, сейчас еще повезет. Давай, Дарк, ты теперь. Попробуй перепрыгни. Так. О, отлично, по-моему. Давай, рикошет. Нет, немножко, ребят, немножко не долетает до буквы кошмарной Эй. Я, кстати, не так хорошо прыгнул, я похуже тебя прыгнул. Ладно, друзья, теперь давайте за маленькую Си прыгнем. У нас сегодня, ребятки, будет не так уж и много букв, да, прыгать. Всего лишь 12. У нас обычно, ребят, в этом эксперименте по 15, там по 18 разных монстров, да, и букв прыгает. Но, ребят, ничего страшного, думаю, такой сегодня будет не особо длинный выпуск. Возможно, ты кто-то знаешь, даже обрадуется. Буква С, она как забияк какая-то тут мелко, то есть ходит, назад говорит. Ну. Вот находит, получается, и назад может говорить. Допустим, кого-то обзывает, за ней погнались, она все равно бежит и обзывается дальше. Подожди, а ну-ка разгодись. Ты имеешь в виду, что она бежит? А, когда идет просто, ладно. Когда она идет, она разворачивается, типа? Да, она разворачивается. Я, кстати, что-то этого даже не заметил. Говорит. Ой, тебе не повезло на самом деле. Немножечко ты бы да. на дом бы вот так вот перелетел бы, приземлился, ты бы отрикошетил, наверное, аж туда, далеко. Да. Подожди, а когда она просто идет, она разворачивается? А, реально, ребят, да. Прикольно. Видишь, она как забияк какая-то, допустим, такая, продолжает говорить что-то. Когда бегает, ребят, такого нет, вот когда только идет только. Кстати, как она видит, а? Как она идет вперед и видит, если у нее глаза куда-то смотрят в бок? Ладно, друзья, в принципе, имеем, что имеем. Мне кажется, это больше тогда вопросов кошмарный С. Прикинь, как она видит, когда катится, например, у нее же весь мир кувырком. Ну, кстати, да. Я что-то, ребят, этим вопросом тоже никогда не задавался. И маленькая у меня буква, ребят, Си, вот это вот, видите, аж куда вылетела. В принципе, нормально, так повезло. Ладно, друзья, следующая буква Ди. Кошмарная Ди. Кстати, возможно, Дишка, по идее, вообще должна хорошо ж прыгать, да? У нее ноги выросли, ребят, первая буква, у которой ножки есть. Обычно у наших знаешь, букв нету ног. Ди обозначает допинг. Не, а в итоге что-то я еле до контейнеров долетел. Вообще, ребят. Не, ребят, что-то вообще не то. Ну что, давай, вылетай ты теперь. Вот. Ого, кстати. Это, походу, ты что-то не так прыгнул. Ну да, скорее всего, как-то плохо оттолкнулся. И ты перепрыгнул аж кошмарную Би. По-моему, это очень круто. Ребят, реально очень крутой результат. А у меня бывает не получается нормально выпрыгивать. У меня как-то, знаешь, я прыгаю, нажимаю пробел несколько раз, то есть прыжок, и что-то как-то оно у меня, ребят, не срабатывает. То есть вот, на месте срабатывает, но когда именно разгоняешься,
Почему-то, ребят, туда как-то бывают буквы, да и целом монстры не прыгают. Ладно, ребят, теперь маленькая Ди. Побежали. Вот. Вот, кстати, сейчас выпрыгнул вроде. Или нет? Так, давай. Опа! Нет, блин, ребят, в контейнеры врезался. Давай ты теперь. Ну, мне кажется, ты меня сейчас снова перепрыгнешь. Мне сегодня везет с рикошетами, тебе, в принципе, везет очень хорошо прыгать. А, ну, кстати, ты примерно так же, как я. О, ты как это я так отрикошетил? Но только ты отрикошетил немножечко неудачно, да? Не, ну, конечно, подальше, чем вот эта моя Ди. Но мне кажется, если бы ты куда-нибудь вперед бы отрикошетил, это было бы еще намного лучше. А так, получается, ну, ребятки, где-то... Ну, пускай будет вот здесь вот. Угу. В принципе, ладно, ребят, пойдет. Уже дальше, чем моя буковка D маленькая. Теперь, ребятки, кошмарная И. Кошмарная буква И. Побежали. Так, прыжок. О, ого! Давай. И... Опа! Блин, ребят, немножко мы до буквы D не долетели. Я уже, кстати, подумал то, что мы сейчас прямо отрикошетим и пролетим еще дальше, но нет. Ну что, давай ты теперь, Дарк. Мы, кстати, ребят, очень сильно ждем с Дарком букву F. Ты же, Дарк, тоже ее ждешь, да? Ну да, кстати, потому что, возможно, это прям всем пресев будет сразу же. Да, ребят, она, наверное, очень далеко сможет прыгнуть. Ты еще куда прыгнул-то, а? Не знаю, как так получилось. А ну-ка, дай-ка я тебе перетяну. Ну ты где-то... Ну немножечко ты не долетел до моей И. Ну или где-то примерно на уровне. Короче, ребята, в принципе, это не особо важно. Короче, да, ребят, где-то примерно вот здесь вот мы. На равных. Дарк, возможно, там на метр где-то меньше пролетел. Ну и теперь, ребятки, маленькая И. Давайте, ребят, за нее побегаем. Прикольно такая девятка с глазками. Кстати, стой, не двигайся. Смотри, если так их рядом поставить, то, знаешь, какая-то маска прям получается, да? Маска? Ну вон, смотри. А, ну, кстати, ребят, смотрите, реально. Два глаза. Ну, напоминает чем-то, знаешь, Луну-хулиган. Есть, кстати, такое. Кто-то вообще помнит такого монстра? Да, кстати, ребят, был такой, помните, монстр Луна-хулиган? Слушай, а что-то буква И хуже всех пока что прыгнула. Я даже до контейнера в итоге не долетел. Еще и в какой-то столбик врезался, и в итоге вообще прям, ребят, все плохо. Ой, вообще, ребят, ударка то же самое, капец. Ну, короче, это я еще отрикошетил, то есть мне, ребят, повезло. Ударка, видите, он еще и вниз куда-то залетел, не отрикошетил. Короче, ладно, ребятки, маленькая И вообще реально прям плохо прыгает. Ну, теперь давай теперь прыгнем сначала за маленькую F, потом уже за кошмарную в конце. Так, побежали. Прыжок. О, кстати, оттолкнулся, ребят, обалденно. Но что-то, ребят, F все равно так себе прыгает. И еле-еле-еле И букву перепрыгнул. Ну что, ребятки, последняя маленькая буква алфавит Лора. Видишь, да, что-то как-то вообще F слабенько прыгает. Вот, да. Я отрикошетил, но не долетел до моей F. Ну и, ребятки, остается последняя кошмарная буква сегодня в этом выпуске. Кошмарная буква F. Так, побежали. Прыжок. Ой, нифига себе. Это рекорд. Она прыгнула в высоту, как небоскреб, наверное. Ребят, это просто капец. Дарк, я перепрыгнул все буквы. Серьезно? Да. О, это круто. Ты, главное, именно выпрыгни. Выпрыгивай. Давай. Она сейчас увидишь, как высоко прыгает. Наверное, в высоту, как небоскреб. Смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, вот, в принципе, будет интересно провести... Да, эксперимент прыжки в высоту. О, даже я, кстати, тебя перепрыгнул. Молодец. Да, молодец. Ребят, представьте, как будет F высоко прыгать. Прыжки в высоту, ребят, нужно будет обязательно провести этот эксперимент на канале как можно быстрее с буквами алфавит Лора. И, конечно же, потом еще, я думаю, будет вторая часть там с кошмарными буквами, с маленькими буквами. И так далее, так далее, так далее. Может, даже какие-то супер буквы будут. Короче, ребятки, в скором времени мы такой эксперимент проведем. Ну и, друзьяшки, в итоге, получается, хуже всех сегодня прыгнули маленькие И и маленькая F. Чё-то прям реально, ребят, слабо. Очень-очень слабо. Лучше всех прыгнули кошмарная F. Очень-очень, ребят, далеко она вообще прыгает. И очень-очень высоко, смотрите. Воу! Реально, ребят, смотрите, почти в высоту, как этот небоскреб. У нас прыжок идет, капец. Потом, ребят, в принципе, довольно-таки хорошо прыгнула буква у нас A кошмарная. И маленькая буква A. Она и сама по себе довольно-таки хорошо прыгнула, еще и отрикошетила. Повезло, ребята. Кошмарная A то же самое. Сама по себе хорошо прыгает, еще и отрикошетил. Я на ней. Сишка, в принципе, тоже. И маленькая, и большая. И вот, ребятки, другие буквы. E, B и D.
В общем, да, ребятки, вот такой сегодня мы обалденный экспериментик провели. Сегодня мы, друзья, получается, устроили эксперимент прыжки в длину. И ребята сегодня прыгали маленькие кошмарные буквы алфавит лора. Не забудьте, друзья, подписаться на канал и поставить лайк. Ну а с вами, как обычно, были я, Слайкмаст, и, конечно же, Дарк. До встречи, ребятки, в новых роликах. Всем мы, друзьяшки, желаем удачи, до новых встреч, пока-пока. Всего хорошего, друзьяшки.